Ассаляму алейкум, урметли телесерджилер, миле телеканалның эфирінде хабарлер вақты студияда мен Алиме Кабилаева чалышам. И бүгін ейнымызда бөлем алимат. Белый итальян журналист Ясечи Чоксы китапларының мойлифы Джульетто Кизьеза Кырым Федераль университетінің студентлері үчін лекция оқыды. Ахмежит мемуретінің башы Игорь Лукашов оқу юртларына зерет өтмеге девам әте. Балларны яңы елнен хайрламақ үшін Девлет Шураның рейс муавина Ремзи Ильясов бұйу койнылар койнне келді. Кырымда минималь айлық январьның бірінден артажақ боқты аңлашманы Кырым акимиеті профсоюзлар ве ишкерлеріні теслім әткенлер имзаладылар. По весі қағабина ен келіжек сене ресми айлық 9500 рубледен аз олмамақ керек. Федераль қанунда бойлей рақам белгілене. Ләкін атта бұ пара меғдары яшаш минимумына етмей. Хатырлатамыз эмек назерлігі мөлматына көре бір айда ади Русиялі адамға ең аздан 11000 рубле керек. Минималь айлықны ве яшаш минимумны тең дәрежеге кетірмек на акимиет 2019 сене планлаштыра. Исходя из нынешнего закона, с 1 января 2018 года, то есть величина минимальной заработной платы будет 85% от прожиточного минимума по итогам второго квартала будет, а с 2019 года 100%. Русий инсонетликны учинжи джан джен кынден тоқтата бойлы фықырны белый итальян журналист Ясечи Чоксы китапларының мойлифы Джульетто Кьеза ифадетті. Вернадский адына Кырым Федераль университетінде оқырым студентлері үшін глобаль қалабалық ве бұндан чықыф еларақта лекция кечірді. Коммунист, журналист, язычы Джульетто Кьеза, глобаль малеви ве сияси кланларның экюзли сиясеті ақта тақық әтелевлерінің мойлефы кебе белі. Бу инсан Русиеге симпатия дуйғыны гизлемей. Оның фықырынжы кенеде сувуқ джинкте бұлнамаз де түшінген адамлары реал ақиқатқа доғры қиымет кесмейлер. Эршей баяғы джидиджи, алем үчінжі джиян джинктің башқа басамағы етті, деген фықырды журналист. Это не холодная война, это другая фаза Третьей мировой войны. Реальная. Это гибридная война, это очень опасная война, которой раньше не было. И в Италии многие считают, например, что Третья мировая война более-менее будет похожа, если она будет, на Вторую. Это ошибка громадная. Не будет то же самое. Между прочим, уже идет. Это уже не пушки, это другая система войны. Это экономическая война. Всегда была. Это технологическая, это информационная, коммуникационная война. Очень-очень сложная. Джульетто Кьеза студентлердің тек бір мембағы ишамаға риджайты әрвақыт малюматны тешкермек ве ақиқатны яландан айрмаға огремек керек. Хрым студентлері итальян экс-Авропа парламентлерінің мирах или динледілер ве осуалеріні бірділер. Я, в принципе, разделяю его мнение, и очень приятно, когда хоть какие-то частички миролюбия к России пробиваются из-за границы, особенно из Италии. Да? Связь Италии и России многовековая, и в основном она дружелюбная, и очень хочется надеяться, что у Джульетто достаточно много сторонников, тех, кто его смогут поддержать в Европарламенте и протолкнуть его программу по миролюбивому отношению Италии к России. Формат конференции мне понравился, что можно было задавать вопросы, можно было узнать что-то новое для себя, и в конце концов какая-то политическая осведомленность должна быть больше у студентов, потому что в основном многие аполитично достаточно относятся, да, и вот такие мероприятия, они позволяют как-то по-новому посмотреть на ситуацию, поговорить с реальными людьми. Я рада, такие вазеты объективши келді айдын латынылғаны үшін итальян журналистіне Джумхурет елбашшысы Сергей Аксенов тешікірлер білдірді. О қайдетті ке бұ инсан Қырымдаки вақайларыны тама олар олғаны кебе көстіре. Бұндан ғайры Сергей Аксенов Джумхуретіміз ве Италия арасында мұнасибетлер инкешаф етмесіне қол тұтмағыны тевсе етті. Вы освещаете события в Крыму такие, какие они есть. И вообще, ну вот ваш приезд, вы человек известный в Италии, в Европе. То есть, поверьте, здесь крымчане ценят. То есть, вас многие знают и на улице. Так что вам за это огромное спасибо. Я уверен, всех крымчан. И не только... Не только от меня. Осень бетінде Джульетто Кьеза Джумхурет елбашысына Крым студентлеріні эйтіні Европа парламентке елымаға тевсиетті. Надо будет готовить, например, делегацию Крыма в Европейском парламенте. Почему? Делегацию молодых университетских студентов. Чтобы они ответили сами на вопросы. Надо
можно придумать такие шаги. Энде били четыре журналисты МД Крым университета или Баглы Уладжа. О Крым федеральный университет на шерифли профессора Олды. Буфакер о студентлер о гюнде Чехашта Булунган сон пейда Олды. Бушке Али Окуф, юртнын риберлегі ве Крым елбашысы Сергей Аксенов или Колтутлар. Асана Бевлая, Дмитрий Низовой, Миле телеканалы. Кырымда федераль мақсатлы программа объектлерінің құрыжылығы девам әтмекте. Бүгін бұны Кырым Жүмкүрет Милетлер, Арамына Себетлер ве Сургуна тілген гражданлар үшлері бойынша Девлет комитетінде әр афта кечірілген топлашуфда музакереттілер. Бүсененің соңына қадар борч оғырақ қасабасында Велуговая көнде бала бақчалар құрылы бетеджек. Топлашуфда капиталь құрыжылық қызметнің векілері МД Беледей дәрелерінің құрыжы веле хайты ішкілетларының векілері іштрак әттілер. Федераль мақсатлы программа объектлері құрылуына дайыр меселелер де бақылды. Совещание носит именно рабочий характер, то есть рассматривается каждый объект, проблемные по нему вопросы. Есть определенные сдвиги, скажем, в том плане, что согласительные моменты между, по разногласиям, которые возникали в ходе строительства объектов, они в принципе устраняются. Результаты те, которые определены указом президента с федеральной целевой программой, будут выполнены в полном объеме. Ахмежит мемориетның башы Игорь Лукашов вишенка, слоненок, аистенок, балабахчаларны 15-ші мектеп балабахчасыны ве Ахмежит ихтисади лицейны зерет этті. Елбашчы проблем суалерны огреніп, ишхадимлеры иле субет этті. Тавсилятлар бізім небет икелев хамызда. Ахмежит башы бірінженев бетте ашханеге ел ала. Емеклерінің ве мақсулатларының кейфеті, мэр білдіргеніне көре айры дихат талап әте. Игорь Лукашов ашханедеки донатмаларны дихат іле бақып чықты. Бала бақчаның ел башчысы ишандырды ке оларның ішінде керекле олған әр шей бар. Шымдесе олар тамир кечереле жегіні беклейлер. У нас очень хорошая территория, у нас очень хороший педагогический коллектив, такой спаянный, сложившийся. У нас очень комфортно здесь находиться детям, поэтому все своих детей, вторых, третьих, уже приводят к нам в детский сад. Я думаю, что это очень высокий показатель нашей работы. Ойон одалары, музыка, салон, ашаид блоклары, ярдымжи одалар. Шер комиссиясы бала бақчының әрбір кошасыны бақып чықты. Азбарда сувық түшкені себебі еле одаларда авария ретіне дихат айырмақ керек. Бала оқу федерелерінің абаданалаштырылуы уақытта Игорь Лукашов 15-ші мектепке де сөз юрсетті. Бұл ерде бала бақчасы да ерліше. Гаражларыны демонтаж епақ, бақылмаған иншатларыны алып ташламақ керек. Мемориет башы Эмин, оқу мойсеселерінің территориясы тек оның мақсадына көре қолланмақ керек. Мы заботились сегодня этим, и гаражи, которые, ну, ближайшие, которые стоят прямо либо на территории диска, либо примыкают, не до антитеррора, не должны там стоять, мы их будем убирать. Фактически стоят все незаконно. Более зияретлернің эсас мақсады бош участкаларны белгелемек. Бүгін Ахмеджетте бинлер жайлилер бала бақчасына бармақ үчін невбетте туралар. Шер мемурлары шынды модуль бала бақчаларны ерештірмек үчін бош ер араштыралар. Алмек Айбулаева, София Шукурова, Миллет үчін. 2018 сенесі ярмаданың кой сәкелері бала бақчалары үчін пара төлеме жеклер. Бөле қарарына мебуслар қабул әттілер. Яқшы қаберні білдірмек ве баларыны яңы елнен қайрыламақ үчін Девлет Шурасының Рейс Мовина Ремзельясов Буюконлар койның Антошка бала бақчасына келді. Бүгін қызчықлар ве оғланчықлар бірінші сефер тылсымлы масал әлеміне далдылар. Кейінген құшанған бен-бияз қар дәнелері, қар бабалар ве тавшанлар, қырым татар тілінде түркілер, ерлайлер ве шерлер айталар. Олар аяз дедіні ве оның бақшышлар торбасыны беклейлер. Крым татар тіліні огренген 2 милли тақым, мелевше ве фиданчық бақшышлар иле тақдирленді. Оларны Крым татар халқының Крым жемиет әрекеті азырлады. Юмшақ көлік кедек, ястықлар, міндерлер, әлбезлер, тошек ортулері ве йорғанлар балаларны қуандырды. Мы еще получили в подарок сегодня мягкий инвентарь на две крымско-татарские группы. Полностью в соответствии с нормами СанПин. То есть это все под ключ. То есть уже туда ничего не нужно. Бұндан ғайры Ремзи Ильясов ве Ахмеджит район мемориет башының муавины Руслан Якубов балаларға татлы идеялер ве ана тілінде альбомлар идея еттілер. Но мы очень рады. Огромное спасибо хотели бы выразить от имени и наших детей. Дети, потому что очень обрадовались этим новым подарком, тем более и новым принадлежностям, которые у них есть, инвентарь плюс.
спальные принадлежности и, конечно, родители очень довольны. Яны йылда Крым Джумхуриеты көйлерде мектеп эвел тасил бедава олмасы ичон 520 миллион рублей айрачак. Буақта ана бабаларға Ремзи Ильясов хабер этті. О қайды теки ярымады да тасил севиесі инкишаф этіджек. Все, что делается сегодня государственной власти Республики Крым, люди ощущают. И вот в частности, мы вчера приняли решение о том, что в сельской местности детские сады будут бесплатны. Ну, можно сказать, единственный, по-моему, субъект, где вот такой вот мы смогли предоставить. Елбаш мерасимының сонында аяз деде балаларға татлы эдиелер бақшышлады. Балалар исе хайтарма ойынуны төшеділер, вехатыра фоторесім чектілер. Султан Естакаева, Эрвин Эмиралиев, Миллет Ичун. Крым демир йолларында малюмат еткізілуының сурияты ве кейфиеті гүзеллешті. Бүгін Волокон оптик ақ ішке қошылды. Бұл бақыр кабеллерінің оптик чештіне деңіштірілуі олды. Телекоммуникацион комплексінің әйлештірілуі 280 миллион рублені тәшкілетті. Тәсілятлар Илья Айшай Шулакова. Ақердан керечкече шу жүмледен кезлевге ел. Екі ел девамында Қырым демир елінің қадимлері ескі теллеріні толысынен деніштірділер. Енді бұ 500 километрлік яны оптик лиф. Бұ себептен трейлер қатнавы машинистлер арасында бақ ве малюмат еткізілеву әйлешеджек. Бір сөзнен айтсақ, бұ телефон бағының модернизациясыдыр. Наша магистраль доходит до места стыка кабельной линии через Керченский пролив, который будет проложена вместе с мостом. Поэтому мы безболезненно взаимосоединимся отдельными каналами с такой корпорацией, как УАО РЖД, что позволит нам обмениваться более оперативной информацией, да, о состоянии поездной работы, приближение поездов, ну и много другого. Оптик лиф месафеды и шихет козылевы ичин куланыла, он и башка теллер еріне куланалар. Само волокно приблизительно с диаметром с человеческий волос. Само волокно. По нему мы можем передать не то что в десятки, в сотни раз больше информации, чем по медным линиям связи. Также привилегия, опять-таки, оптоволокна – это защищенность передачи данных. Илейки демирьол станцияда енді яны донатма ерлештірілген. О дүния стандартларына уйгун. Эвелері Крым демирьол идаресының хадимлері 50 ел эвелесі алынған донатмаларда чалышмаға мечбур эділер. Мына мисал үчін бұ телефон аппарат улу ватан жынкы дәвірінден қалды. Бақ бүтін Крымны қаплап ала, бұсаде телефон бағы дегіл, бұ чашыт йонелешлерді мәлімат сурят іле еткізілуыдыр. Бүгінгі күнде оптик бақ магистральге чевірілді. ОР-1 демирьол станцияға еткізіле. Эпосы құрыжылық ішлері демирьол хадимлеры мустақиль шекілді беджірділер. Бу параларны иқтисад этмеге ярдым этті. Из тех 380 миллионов рублей, которые отводились на освоение вот, по реализации этого проекта, вот ввиду того, что делали своими силами, мы сэкономили 100 миллионов рублей. 280 миллионов обошлось все это с приобретением аппаратуры, с монтажом. Эпосы ишлер битті ве мыначоқ бекленілген еш Крымның үч шэры или бах. Оборудование включено в работу. Крым демир йолының мәдениет эвінде Русия демир йолының нахлие назирлегінің векелері ве демир йолчылар топландылар. Барам концерты олып кечті. Құрыжыларыны шерефлі ярлықлар ле тағдырледілер. Построили на протяжении 2 лет, работали, жару, холод, независимо от погодных условий, вместе со своими друзьями. Моэсесе эмді Крым көпірінден кешкен Арабай йолының инфраструктурасы азырлануы или оғраша. Айша Шулакова, Иван Евдокимов, Милет Ичун. Озинат байрамына бүгін Крымның энергетиклері қайдетелер. Олар ана юрт қасабасының сәкенлері үчін идея азырладылар. 30 ел девамында бұл қасабада ілік сефер трансформатор подстанциясына құрдылар. О бенгден зәде инсанны электрик іле темін етіжек. Бұл ерден мұхбіріміз Сафия Шукурова. ТП-149 включаю рубильник номер 2. Запитываю абонентов. Иш башланды. Энді қасабада ишық пейда олды. Ана юрт көйінің сәкенлері бұл вақыяны 30 елдан берлі бекле еділер. Энергағыларының 2-й ве 3-й майлы бұл есе 2 километріні тәшкіл еткен 6 соқақ олды. Мы радым, что наконец-то нам подключают трансформатор перед Новым годом. Очень большой праздник для нас, что наконец-то будет у нас свет.
Ана юрт хасабасы тап 90-нче сенелері пейда олды. Мында 27 соқақтан тек 10-у ұшықнен теменетелген еді. Тап Украина деверінде мында иш башланды, ама сонына кетірілмеді. Ақларының сайыбы йоқ деп танылды. Ве бұ суал чезілмеді. Ердім сорап сакинлер дефаларжы чешіт дәрелерге мұрачат еттілер. Хасабаға девле думами бысы Руслан Бальбек келген сон бұ меселе чезіліп башлады. Более чем 3 недели назад он был здесь, увидев то, что есть сети, а люди не могут им пользоваться по поручению главы республики, Министерством топлива и энергетики, с коллегами с ГУП РК «Крымэнерго» были выполнены все работы. В этом году начались строительство электрических сетей 4-го квартала и полностью газификация нашего поселка. Это 27 улиц. И вот к смете на следующий год у нас вводом эксплуатации этих сетей и газовых сетей у нас будет наш поселок Анаюр, таким красивым названием будет, он еще теплее, еще светлее. Еще красивее. Джумкуриетымыздың яхарлық ве энергетика назиры Вадим Белик тарифы теки, Крым энергии дарының эпісі монтаж хадемлері бұл хасабаға йоланылған еді. Паралар джумкури бюджеттен айырылды. Эсас мақсаты шықны яны елғаче кетермек еді. Ой зенат байрамы куну энергетиклер юзлерче хоранталарға эдейі азырладылар. Для жителей села Наюрт я уверен, что день энергетика это будет самый светлый праздник во всем году. И люди на самом деле запомнят его. И будут с электроэнергией помнить этот праздник как Новый год. Ресми ачылуудан соң топланганлар хасабага йол алдылар. Олар эвлерде ишық пейда олғанына өз көзлерінен көрмеге естеділер. Реально мы сегодня нам продемонстрировали о том, что у людей действительно сегодня загорелся свет в домах, поэтому, как уже было сказано, Новый год сегодняшнего дня уже у них наступил. Это радостное событие. Ишык сакинлер үчін сон кейхти яждегіл, яхын вақытта мында екимлер амбулаториясы, йоллар ве газ пейда олачақ. Хасаба федераль мақсадлы программа черчевесінде абадалаштырыла. Сефия Шукурова, Магомед Нестуров, Милет үчін. Чоқ мединетлі қырым милетлер арамой бетлігінің темелі дыр бүгін халқлар достық эва конференция кечірдам. Оның мақсады қырым жүмкіретінде яшаған халқларының оларының урфа детлерінің чештілігіні білдірмектір. Күршуының вазифелерінден бары исе мединет, урфа детлер, ветіл вастасынен милетлер арасу беті дайресіні кенглештірмектір. Мерасимде акимиет векілері, мили медени мұқтариетлерінің векілері, веқырым федераль университетінің студентлері иштрак еттілер. Олар эпсы марузалар илечі қышта болындылар. Бүгін ел кечірілген жүмкүрі компьютер лейхаларының конкурсының нәтижелері чықарылды. Конкурс КИТ 2017 деп адланам. Бұл сене 7 номинация олды. Қырымның чешіт көшілерінден келген 29 мектеп тілбесі конкурс лауреатлары олдылар. Действительно, нам бы хотелось, чтобы из вас, из победителей конкурса, выросли настоящие профессионалы. Мне бы очень хотелось, чтобы мы не утрачивали связь с вами, общение вот такое вот с вами. Приятно, что молодые люди в таком раннем возрасте интересуются и соревнуются в таких очень сложных дисциплинах. Тағдым әтілген үшлерінің эксереті компьютер дизайны, робототехника, веб-сайтлар, веб-программалар, яратылуы еніншілерге бағышланам. Ғаліплер қиметлі бақшышлар алдылар, бұл сене мүкафатлар фонды 400 бин рублені тешкілетті. Бағышлай жекуну бүгін Қырым татар мәдени тарихи мирас музейінде қайдетілді. Бұл күн Қырым сәкенлеріне бағышланам. Чүнкі тамам олар өз қоранталарының дегерліклеріні музей фондларына бағышлайлар. Мерасим байрам шекілінде кетті. Музей хадимлері Ярмаданың джумер сәкенлеріне тешеккүрлер білдірділер. Мұсафырлер үшін Ақияр, Аджи Бала, ойын ансамбле концерт программасына азырладылар. Пользуясь случаем, благодарим всех дарителей, которые в течение года нам подарили из своих архивов экспонаты. И надеемся, что на следующий год тоже будут те, кто нам подарит. Елбаш байрамларына Ақмежетінің бала истерат бақчасы да азыр. Қырымның кенже сәкенлері нара терегіні көре білелер. Истерат бақчасында байрам январның бірінден 8-ніне қадар қайдетілежек. Эпсі тедбірлер күндіз кечежек. Балларына мирақлы темашалар беклей. Мұнда Кучук Арсланчық нен фото чекмек. Мақсус мейданда ойын төшімек ве яңы экранда мультфильм бақмақ мүмкін олачақ. Шымділік бұл эпсі малымат саат 21.30-да есе кележе хабирлер информацион программасының Нариман Тарсинова әлі қашырманыз. Көршіме көзіре сақылықнен қалыныз.